Добрый день. Меня зовут Дмитриева Оксана Викторовна, и я являюсь руководителем образцового художественного коллектива студии изобразительного искусства «Барвинок», которая работает на базе Одесского центра детского и юношеского творчества «Моряна». Наш коллектив существует уже более 20 лет. За это время многие мои выпускники связали свою жизнь с изобразительным искусством, выбрав профессию, связанную с изобразительной деятельностью. Главное, чему я хочу научить своих учеников, это способность видеть прекрасное, способность выразить себя через искусство и, главное, по-настоящему творить. Как это у меня получается, вы можете оценить по тем работам, которые я представила на конкурс. Работы моих учеников. Я тоже решила принять участие в конкурсе для того, чтобы вдохновить своих учеников, ну и для того, чтобы не терять самой свою квалификацию. Я долго думала, в каком жанре представить свою работу. У меня есть работы в разных жанрах, от абстракции до классического портрета. Но остановила я свой выбор на натюрморте, выполненном в технике масляной живописи на холсте в реалистичной манере. Вот предлагаю его вашему вниманию.